Всем привет! Вы на канале Попугайчик ТВ. Зовут меня Светлана, вот и наш попугайчик прилетел ко мне. У нас горе случилось, у Тоши случилось горе, он об этом пока еще не знает. Сломался, вернее, раздавили его любимый мячик. Да, Тоша? Мячик. Где у Тоши мячик? Любимые игрушки нашего Тоши. Где? Где мячик, Тоша? Где твой мячик? Вот он, мячик. Вот, смотрите, что с ним получилось. Шарик я вытащила уже. Смотрите, что получилось. Тоша внимательно смотрит на меня. Не стало мячика. Надо теперь покупать новый. Тоша теперь будет с ума сходить без мячика. Это ж его любимая игрушечка. Да, Тошка? Мой хороший Тоша. Где игрушка твоя? Нету. Да, нечаянно раздавили твою игрушку. Оставляет ее кто-то на полу. Да, Тошка? Да. У Тоши горе. Вот такое горе у нас случилось. Так что посмотрим, как он будет себя вести. В каком трауре будет он находиться, в депрессии. Ну, я думаю, вот молодец, опять туда сел. Не будет он долго находиться. Сейчас весна, да, Тошка? Пострадаем мы немножко. Я стихами уже заговорила. Пострадаем мы немножко без мячика, да? Найдем другое занятие. А потом купим тебе мячик. Да, Ташун? Да. Моя птичка. Понравилось тебе это место? Да, понравилось? Ну, вот так вот. Тут понравилось, мячик раздавили. Вот так. Где-то хорошо, а где-то плохо. Ничего не поделаешь тоже. Да. Надо пережить. Да, грустный момент в твоей жизни. Птичек тоже слышит, птичек с улицы. Вот такое у нас грустное видео получилось. Всем мы тебе, Тошка, сочувствуем. Да. На этом мы прощаемся со зрителями. Всем пока-пока. До новых встреч.